Что, друзья, оказались мы в нашем номере. Смотрите, какой прикольный. Значит, номер в морском стиле, потому что городок находится прямо 20 шагов от моря. И у нас вот такой интересный морской стиль. Кстати, морской ближе к скандинавскому. Есть еще морской, это как французы любят, но не алё. Значит, смотрите, что здесь интересно. Здесь у нас вот такая интересная кроватка. Тут же можно небольшая мини-кухня покушать. Микроволновая печь, чайник, холодильник. И здесь могут лежать все наши вещи. В этой части у нас телевизор. То есть, если мы от кроватки смотрим сюда. И детская комната. Можно лежать и приглядывать за детьми. Здесь у нас получается на одного ребенка, на второго, на третьего. И у ребенков есть зарядка и включение ночничков. Вот такие. Смотрите, какие ночнички красивые здесь, да? Дальше, что интересно, здесь необычайный санузел. Санузел очень интересный, он в виде душевой. И он выглядит у нас вот таким образом. Он необычный, мне нравятся необычные, интересные решения. И это решение именно такового. Выглядит очень прикольно. Теперь смотрим во двор. Во-первых, у нас внизу тут же парковочка, если мы посмотрим. Дальше у нас есть идет парковка для яхты нашей. И дальше у нас идет два аквапарка. Один Тервиз, который мега популярный. И второй Викинг, который больше с уклоном в спа. И сейчас мы разместились в нашем номере и двигаемся, наверное, в аквапарк. Покажу вам, как выглядит аквапарк. Так, наш аквапарк находится у меня за спиной, но перед аквапарком есть офигенная штука. Здесь такое болото, которое находится около моря. И если погода позволяет, то грех не прогуляться вдоль моря вот по такой комфортабельной, смотрите, дорожке. Чем, кстати говоря, и займемся сейчас. Целое огромное панно тех животных, которых и птиц можно здесь встретить. Так что это вот такое интересное болото с такой шикарной обзорной вышкой. Довольно большая обширная территория. Разумеется, бесплатно. Все очень комфортно. Смотрите, как все сделано. То есть, прямо перед аквапарком, если погода позволяет, место еще то, чтобы погулять. И это море. Это примерно 50-20 метров от моря. Нам повезло. Сэкономили на сувенирах, набрали настоящего балтийского янтаря. Не то чтобы это янтарный берег, но маленькие крупички, такие миллиметров по 5-7 янтаря. Мы здесь несколько штучек нашли прямо вот здесь. А здесь был шторм несколько дней назад и что-то выкинуло на берег. Но это большая редкость, если честно, нам просто повезло. Стоимость аквапарка нам обошлась 30 евро на 3 ребенка, 2 взрослых, но сегодня не работает самая интересная горка, и без нее такой дискаунт. Ну, за 30-ку зайдем, посмотрим, как это выглядит. Пожалуй, поговорить об аквапарке. Знаете, как, скажем, в Латвии нету плохой кухни, ее практически невозможно найти. Так спа-отели в Эстонии плохие, невозможно найти. Поэтому это очередная фишка. Давайте обо всем по порядку. Сейчас на видео показываем самую замечательную горку.
водяную горку, вот она на ваших глазах, из-за которой фактически вся Эстония едет сюда. Это уникальная горка, обратите на нее внимание, то, что на этой горке можно спускаться всей семьей, представляете, всей дружной семьей, и вы фактически проходите такую, как тропическая горка, попадая в разные заводи, она то быстро несется, как в данном случае, то останавливается, то какую-то часть надо проползти, какую часть еще идти с детьми. Это мега крутая горка. То есть вот мы всей семьей здесь болтыхались. Я не получал такого восторга ни в одном аквапарке мира, как вот в этой горке, ребята. Если эта горка будет закрыта, нет смысла ехать в этот аквапарк. Если она будет открыта, она просто великолепна. Дальше мы можем видеть вот эту желтую горку. Она очень комфортная, потому что дети могут на ней дурачиться как угодно. Она не травмоопасная. Получить травмы на такой горке, ну, нереально. Я очень боялся за своих детей. У меня их трое, все маленькие. Ни одной травмы, нереально. Все мега очень интересно. Очень интересно также, как расположен травмопункт в этом отеле. Во-первых, там постоянно дежурящих 2-3 медика. И у них 100% обзор. То есть они без видеокамер видят практически все и контролируют все. Дальше на видео это спа-зона. Ну, очереди, да, очереди есть. Не всегда, но на детские горки есть очереди. Я думаю, что они образовываются в основном из этих баллонов. Вот там три горки. Вот одна из них на видео. Самая простая для маленьких детей. Есть горка для, скажем так, детей до 9 лет. Ну и более-менее экстремальная горка. Вот эта черная, которая на видео. В принципе, все горки очень комфортные. Можно оставить туда ребенка 9-8 лет и не контролировать его. Есть вот такой небольшой лягушатник, в котором можно с самыми маленькими детьми поболтыхаться. Ну и есть вот как дочь прыгает сейчас. Такая экстремальная, скажем, развлечение, когда ты оп, прыгаешь вниз и глубоко ныряешь. Это инфинити бассейн. То есть мы выходим на улицу, можем любоваться на море. И зимой, и летом, видите, там море на заднем фоне. То есть можем плавать в этом бассейне и в теплой, и холодной воде. Тоже обалденная вещь, очень редко встречается. Есть маленькие лягушатники, но, видимо, позже о них. Так, сейчас уже стемнело, и, как можно видеть, мы в пиццерии практически одни. Сейчас 8 вечера, мы забежали в пиццерию покушать перед сном. И что здесь интересно, здесь висит картина с видом Амстердама. А на фото тот дом, в котором я прожил целый год. Вот зашел, такая приятная память. Ну, хорошей кухней похвастаться в пиарно очень тяжело, честно говоря. Ну, она вполне съедобная и 100% европейская. На этом закончилась наш отпуск. Пиарно, спасибо тебе. За эти выходные мы получили такое море эмоций от простых вещей, которые ни за какие деньги ты не получишь в самых крутых спа-отелях мира. Спасибо.